22 августа в конференц-зале Дворца культуры «Спартак» состоялось мероприятие, посвященное Дню государственного флага страны, на котором почетными гостями стали первый заместитель главы администрации Бадыр Ахмедов, начальники городских ведомств, участник Великой Отечественной войны Александр Макуха и представители общественной палаты. Слово для приветствия было предоставлено Бадыру Ахмедову. Сегодня наш город, как и вся наша страна, отмечает праздник. Через других мероприятий сегодня у нас проводится данный форум. Я от имени главы города городского собрания приветствую участников, организаторов этой встречи. Желаю вам здоровья, всех благ. Здесь у нас присутствует и молодежь, и старшее поколение. Я думаю, от нашего мероприятия будет польза и молодым. В программу торжественного мероприятия вошли выступления воспитанников студий и творческих коллективов Дворца культуры «Спартак». В своем выступлении участник Великой Отечественной войны Александр Макуха рассказал приветствующим об истории появления государственного флага. А вы знаете из истории, что Россия была княжеским государством. Князь Московский, князь Новгородский, князь Ярославский, и каждое княжество имело свой флаг, стяг. Одни белые, другие красные, другие синие, там зеленые и так далее, пятые висят. Так вот, Петр Первый на своем корабле как раз и поставил флаг, как символ государства. И в этом флаге как раз и были белые, синие и красные полосы. В ходе выступлений член общественной палаты Мирза Мусаев поздравил всех присутствующих с государственным праздником и раскрыл значение триколора и государственных символик. Учебным заведением, которое непосредственно воспитывает молодежь, хочется пожелать и прививать им любовь к родине, чтобы они знали все, начиная со школьной скамьи и высшим и средним учебным заведением, что такое гимн, что такое гимн, что такое... Это все символы Российской Федерации. Нету символов, нету государственности. На сегодняшний день Россия – это великая держава. Поэтому хотелось бы всеми нашими взрослыми, педагогическими и общественными всеми, всеми организациями, чтобы мы могли привить чувство патриотизма молодежи. По завершении официальной части фойе Дворца культуры «Спартак» всеми участниками был проведен флешмоб с разворачиванием флага Российской Федерации. Курбан Гереханов, Зарима Хайбулаева, Пирмагомед Пирмагомедов, информационная программа «Пульс».